На протяжении всей истории государства российского наша страна вынуждена всегда была обороняться, оборонять свои интересы, оборонять свои границы, защищать ценности традиционные, и сейчас это наиболее актуально. Специальная военная операция проводится по обеспечению безопасности жителей Донбасса, по обеспечению безопасности наших южных рубежей и по обеспечению независимости нашего государства. Я горд, что в свое время я служил в вооруженных силах Российской Федерации. Сейчас наши ребята из территориального управления Кратова также принимают участие в специальной военной операции на разных должностях, с разным функционалом. Некоторые ребята принимают участие как добровольцы с начала 2014 года. Некоторые ребята пошли на фронт по частичной мобилизации. Кто-то сейчас заключает договора с Министерством обороны уже в процессе ведения специальной военной операции. Наша задача, как территориального управления Кратова, как органов местной власти, это максимальная поддержка семей мобилизованных. Это мамы, это жены, это дети. И мы всегда, каждой семье, стараемся оказать адресную помощь, которая им необходима. Защита Родины – это святой долг каждого мужчины. Поэтому у кого есть желание, у кого есть возможности, у кого есть боевой опыт, профессиональные навыки, да, я приглашаю заключить договор с Министерством обороны. Все необходимые выплаты, все необходимое обучение и сопровождение семей – это все обеспечивается.